В прошлом году посмотреть ущелье Боджра и город Тозбаир приехали более 5000 туристов, а в 2022 году эти достопримечательности посетили более 1250 иностранцев. Об этом сообщили сотрудники регионального природного парка Кызылсай. Таким образом, сравнительно количество туристов увеличилось в 4 раза. Посетители достопримечательностей, принадлежащих государственному учреждению, платят 369 тенге. Число туристов увеличивается с каждым годом. Большую часть посетителей особо охраняемой территории составляют россияне. Увидеть красоты нашего региона приехали и граждане Америки, Италии, Франции и Турции. Боджра – историческое место. Несколько миллионов назад эта местность была покрыта под океаном Тетис. На том месте было найдено множество доказательств в виде ракушек и костей акул, морских ежей. Боджру называют вторым Марсом, поэтому у туристов большой интерес к этой исторической местности. Также на территории Мангистауского района есть местечко Тузбаир, которое также излюблено туристами.